Итак, ребята, всем привет! Я наконец-таки вернулся домой. Если вы не знали, а вы не знали, 10 дней я был в лагере. За это время у меня появилось вот это. А именно... i5. i5-4690K. Да, ребят, наконец-то. Наконец-то переход на новую платформу. Абсолютно новый, да. Я ждал. Неужели? Сейчас я буду разбирать вот этого динозавра. Я не знаю, видно или нет. В этом корпусе у меня уже стоит материнская плата под 1150 сокет. Также я сейчас буду разбирать компьютер родителей, ибо там стоит мой блок питания, который я покупал для игрового компьютера. А именно, Corsair CX750. Нынешний FSP на 350 ватт я поставлю им в компьютер, ибо у них система не сильно жрущая. А свой Corsair я поставлю в свой компьютер, заодно и их компьютер я почищу. Ну что же, поехали! Итак, я разложил три системника. Этот мой, этот родителей, этот мой. Именно вот тут я и буду все собирать. Сейчас вот этот блок питания я поставлю сюда. Вот этот блок питания поставлю вот сюда. Почищу немного родителям компьютер. Если кому интересно, характеристики сейчас вы видите на экране. Видеокарта тут, конечно, затычка всех затычек. Но когда я себе куплю мощную видеокарту, вот эту 630-ю, я поставлю им. А вот эту возьму себе. Ну что же, поехали!
А сейчас любуемся на родителей. Так, рассмотрим материнскую плату моих родителей более детально. Зачем я ее достал? Не только для того, чтобы почистить компьютер, но и чтобы улучшить систему охлаждения. Материнская плата стоит так вот в этом компьютере, и на процессоре стоит один вентилятор, который дует вон туда, непонятно зачем. И стоит один корпусный вентилятор вот так вот, то есть он на выдув. Я что хочу сделать? Повернуть вот эту башенку, прицепить вентилятор, и вот один на вдув, и другой на выдув. Повернуть ее так, чтобы выдув шел вот сюда. В общем, сейчас я сделаю так, и вы все должны увидеть. Ребята, вот что вышло из моей затеи. Кабли менеджмента никакого нету, да, извиняюсь. В общем, как хотел, так и сделал. Вот вентилятор на вдув, этот на выдув. И вот сюда вот выходит воздух. То есть продувается процессор, и сразу на выдув идет отсюда. Вот. Блок питания я поставил. Сюда уже поставил свой блок питания. Видеокарту. Сейчас кулер буду ставить сюда. И потом покажу это все в сборе.